Завод по производству синтетических высших жирных спиртов в особой экономической зоне Алга планирует запустить к концу 2025 года. Мощность производства составит 48 тысяч тонн продукции в год. Об этом на встрече с главой республики Радием Хабировым сообщил председатель правления компании «Фарус» Ленар Фатахов. Объем вложений в инвестпроект превышает 20 миллиардов рублей. Предприятие будет выпускать еще ряд дефицитных для России продуктов, например, триэтилалюминий. В целом линейка продукции позволит заместить зарубежные аналоги компонентов для производства средств личной гигиены, топливных присадок, лакокрасочных материалов, пластификатов, пестицидов и удобрений. Проект действительно важный. Проект является приоритетным для страны. Это подтверждает и Министерство промышленности. И в целом этот проект, он реализует свое исполнение поручений президента. К 2025 году, к концу года, мы завод должны запустить. Строительство завода начнут в октябре этого года. Производство по уровню технологий не имеет аналога в мире, отметили в компании. Завод обеспечит работой 400 человек. Набор специалистов уже начали в Стерлитамаке и Салавате.